Всем привет! В этом видео я хочу показать, каким образом можно подключить ваши основные колонки к самому новому компьютеру от Apple Mac Mini. Как вы знаете, у нового Mac Mini разъем для наушников перенесли спереди, и многие мне задавали вопрос, как же теперь вывести звук на обычные колонки. Ведь раньше был вход сзади, а теперь он спереди. Смотрим, как это просто делается. Мой монитор модели Philips 27 4e имеет встроенные динамики. Точно так же у нас имеется один встроенный динамик в самом Mac Mini. Наша задача — вывести звук на стандартные колонки, которые у меня работают в основном всегда с компьютером на Windows. Это колонки от Creative. Вот эти вот. Находим зеленый провод, который отвечает за передачу звука. Сзади монитора находим выход для наушников и вставляем наш зеленый провод от колонок в сам монитор. Звук у нас будет передаваться по HDMI кабелю, через который идет изображение, и монитор будет выдавать звук по кабелю, вот этому 3,5 мм, на нашей колонке Creative. Смотрим, что из этого получилось. Для примера я буду использовать бесплатное видео, которое демонстрирует нам качество воспроизведения динамиков стерео с левой и с правой стороны. Итак, слушаем звук, как звучит Mac Mini. Warning. This video contains flashes and moving images. То есть мы слышим, что звук у нас очень такой посредственный, не сильно громкий. И, к сожалению, да, это так. На Mac Mini такой звук. Он хороший, да, его слушать можно, но он не такой хороший, как в колонках. Теперь, что необходимо сделать? Мы сейчас переключимся на колонки Philips монитора, который нам будет выводить звук на вот эти вот колонки Creative. Еще раз Mac Mini. И Philips. Еще, ребят, важный момент. Обязательно проверяйте настройки вашего монитора, чтобы выход был на 100%. Вот видите. У меня на немецком языке пишется динамики 100%. Вот таким образом это работает. Так что если вы задумывались, каким образом теперь выводить звук с нового iMac, это делается очень просто. Вы видели все сами.